Студенческий спортивный клуб «МГИМО» объединяет студентов университета в настоящей команде единомышленников, помогает достигать успехов в спорте и вести здоровый образ жизни. Студенческий спортивный клуб – одна из ведущих университетских организаций. Сплоченная команда ребят проводит более 50 мероприятий в год и вовлекает почти 5000 студентов нашего объединенного университета МГИМО. Для нас, студентов МГИМО, очень важно сочетать насыщенную учебу в университете и совершенствовать спортивные навыки, ведь деятельность студенческого спортивного клуба МГИМО – это настоящий пример и мотивация для всех нас двигаться вперед к спортивным высотам. С момента создания в 2013 году студенческий спортивный клуб МГИМО наполняет жизнь университета яркими спортивными событиями. МГИМО CrossFit Games, турнир МГИМО по спортивному самбо, чемпионат МГИМО по грэпплингу, турниры по CSGO, Dota, FIFA, координация хоккейного клуба «Дипломат МГИМО», гонка МГИМО, совместные с кафедрой физического воспитания соревнования по 23 видам спорта. Руководство университета поддерживает начинания студентов в ярких мероприятиях и поездках. Зимняя школа МГИМО в Сочи. Активный тур по Калужской области. Мистер и мисс «Спорт МГИМО». Спортивный клуб всегда ярко представлен в рамках работы «Старостата» на многих других мероприятиях, организуемых в МГИМО для студентов. Команда студенческого спортивного клуба МГИМО уделяет особое внимание развитию нравственных и моральных качеств наших студентов, расширению их эрудиции и кругозора. На встречах с олимпийскими чемпионами и выдающимися представителями мира спорта студенты получают из первых рук опыт и мудрость победителей, советы и мотивацию, больше узнают об их пути к медалям. В студенческом спортивном клубе МГИМО каждый может попробовать свои силы в различных направлениях. От организации мероприятий и написания статей до фото, видеорепортажей и разработки дизайна. Самое главное – только ваше желание. Самое ценное в студенческом спортивном клубе МГИМО – это то, что, несмотря на выбор отдела, рядом по-настоящему дружная и сплоченная команда, которая никогда не подведет. При активном участии спортклуба реализуется большая программа Министерства образования и науки. Мы серьезно обновляем спортивную инфраструктуру нашего спортцентра. У нас будет новое оборудование для борцовского зала, новое оборудование для волейбольных и баскетбольных секций, для нашего тренажерного зала, для секций кроссфита, для секций по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу. И создаем полноценный музей истории развития спортивных достижений, вообще спорта в нашем университете. Плодотворная совместная работа команды студенческого спортивного клуба, руководства университета и самих студентов дает прекрасные результаты и на межуниверситетских соревнованиях. Московские студенческие спортивные игры – это самые популярные, самые массовые, самые продолжительные региональные студенческие соревнования в России и в Европе. МГИМО среди 60 вузов, 20 тысяч студентов, которые соревнуются по 110 видам программы, занимают в абсолютном зачете 17 место, а в своей группе серебряные призеры прошлого сезона. И это большой успех. Особо серьезно выступили команды хоккея, команды баскетболистов, команды волейболистов и тенниса, которые вышли в высшие лиги своих видов спорта. Университет МГИМО гордится профессиональными достижениями в большом спорте своих студентов и верит в их будущее. Только вперед, только в будущее. Именно эти слова передают основную цель нашей организации. Присоединяйся к студенческому спортивному клубу МГИМО и совершенствуйся вместе с нами.